Интоксикация и детокс. Проблемы, которые сегодня трогают во всех и во всех возрастных категориях, нуждается организм в очищении. Какие грамотные подходы есть в системе очищения? Я физиолог Армина Григорян и представляю программы очищения и оздоровления организма с помощью естественных методик. Это очищение кислородом, правильной водой и, конечно, правильным питанием. И самое важное в wellness-категориях – это грамотные физические активности и упражнения. Как понять, есть ли у вас интоксикация в организме? Какие симптомы выдают количество токсинов в тех или иных органах? Если у вас следующие симптомы – это вялость, потеря энергии, головные боли, головокружение, аллергические реакции, сыпь, мышечные или нервные спазмы, головные боли с давлением, перепады, мышечные боли в периферии. Вот все это может говорить о том, и это еще несколько симптомов, которые выдают об интоксикации организма. Можно определить степень интоксикации особой диагностикой, которая называется иридоскрининг. Иридоскрининг – это определяет по проекционным зонам радужной оболочки глаза и их связь и взаимодействие с различными органами, и определяет количество токсинов, разных микроэлементов, недостаточность или оседание тяжелых металлов в печени, в различных органах. И самое важное, что можно определить даже количество токсинов от глистов, глистных инвазий, вирусных инфекций, бактериального и грибкового одноклеточного фона. После определения в разных органах токсикационного фона можно уже назначать очищение по четырем правильным направлениям. Это в первую очередь желудочно-кишечный тракт, потом идет очищение крови и лимфы. И это можно и методиками аппаратными, различными новейшими технологиями. Самое главное – это количество кислорода и грамотный график питьевого режима воды. Еще самое важное – это правильный лимфодренаж, потому что все токсины в первую очередь оседают в лимфе, нашей иммунной жидкости. Лимфодренаж помогает помочь при таких проблемах, как бронхиты, кашель, количество слизи во время ринитов, аллергических, летнего или зимнего периода, обострения вирусных инфекций. Надо очищать лимфу, чтобы не было суставных болей, чтобы не было высыпания на коже. Поэтому наш подход – очищение и восстановление функций всех органов системы.